Прекращайте покупать восстановленные автомобили из США на вторичке. Лучше всего пригнать их и сделать самим. Каждый день мы лично осматриваем автомобили на аукционе, а также их торгуем. Купленные автомобили в США мы ремонтируем на собственном СТО. Это значит, что мы проверяем качество работы от первого до последнего этапа. Например, Infiniti Q50 2019 года выпуска сможет вам обойтись от 28 тысяч долларов уже под ключ. Mazda CX-5 2021 года выпуска сможет вам обойтись от 32 тысяч долларов под ключ. А один из самых дешевых паркетников, который можно привезти из США, это Ford Escape в бюджет от 20 тысяч долларов под ключ. Для того, чтобы заказать автомобили США, достаточно оставить заявку на нашем сайте либо в наших соцсетях. Пока что посмотрите на отзывы довольных клиентов. Скажите пару слов. Супер, очень доволен, счастлив. Спасибо ребятам и за Autodesk, вообще сделали все на уровне. Машина. Компания Autodesk привезли автомобиль Mazda CX-5 2021 года. Очень доволен. Большое спасибо ребятам, все вовремя. Как вам автомобиль? Отлично, вообще все супер. Машина классная. Вот, спасибо ребятам, все в срок привезли.